Увогуле, поселок Костюковка заснаваны у 19 стагодзе. Сёлета ён изменил статус и стал новым микрорайоном областного центра. А тому и организованы тут свята с нагоды Международного дня обороны детей у гэтым годзе вызначаецца масштабностью. Да, навучальных установ Костюковки и вядомага далёка за межами краіны заслуженного коллектива Республики Беларусь цирк имя Валерия Абеля, які таксама мае мясцовую прапіску, далучыліся некаторыя школы областного центра. А апрача таго, у праграме, падрыхтаванай для маленькіх і дарослых жыхароў Костюковки, прадугледзелі показальное выступление департамента аховы за затриманием умовного порушальника. Главная задача – створить добрый настрой, как минимум, на все летние каникулы. Лето, закончив учебный год, дети должны видеть свой праздник. Это их сегодня настоящий хороший праздник. Он организовывается везде, повсеместно, во всех районах нашей области, во всех районах города. Одна из особливостей свята у Костюковцы – организация гульнявых пляцовок по интересах. По великим рахунку, сегодня каждый школьник может выбрать себе заняток на любой густ. Некого приваблюют спортивные секции, некто марить пойти в поход. Кажут, это вельми цікаво. Туризм – это когда собралась компания, пошла в поход, расставила палатки, можно купаться, разжигать костры, петь песни под гитару, рассказывать истории всякие. На один день стадион у Костюковца переутворили у арену для показальных выступлений. Травяный газон от этого наврати значно потерпеть, зато и уражение самое становчее. Фестиваль паветраплавання у Гомелі проводится, починаючи с 2011 года. Сёлета ён упершыню прошел у Костюковца. Бадай, центральная подзея мероприемства – спаборніцтва паветраных змеев. На час летніх канікул для дзяцей распрацавалі спецыяльную праграму. Тут і школьныя спартыўна-аздараўленчыя пляцоўкі, і валанцёрскія атрады «Зялёны патруль», і школьныя аздараўленчыя лагеры. Міжнародны дзень абароны дзяцей на Гомельшчыне паклаў пачатак карысным і захапляльным летнім канікулам. Сегодня есть различные направления деятельности. Это детский туризм, это исследовательская работа, работа круглосуточных лагерей, межведомственное взаимодействие с органами правопорядка, пограничной службы, МЧС. И мы уже традиционно проводим третий раз областную игру «Зорница», где собираются все представители районов Гомельской области и проходит эта интересная и увлекательная игра. Олег Сентеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель».